раз повыше. У любого ребенка, в любой стрессовой ситуации, ну, даже не ребенка, у любого человека должен найти для себя какой-то выход в стрессовой ситуации. Поэтому то, что у них расписан день, и они заняты, и у них нет времени на, как говорят, на дурные мысли, поэтому это их отвлекает. Но, в принципе, большая часть, ну, почти все дети встречались с родителями. У меня только один ребенок, который не видел родителей, как и я, свою маму, целый год. Ушами не шьет. Все собираются съехать домой. Все собираются. Там, допустим, у тех, у кого родители есть, у меня есть пару человек, у кого родители тоже выехали, там не живут, кто-то в Германии, кто-то в Словакии. Но, по-моему, они тоже собираются все домой. Но у нас такая ситуация у всех, что у нас у всех кто-то остался в Украине, и другого варианта не будет. У нас семьи разорваны, поэтому, ну, женщины не могут остаться с детьми, всегда жить где-то, а мужья в другом месте. Сначала я, когда мы сюда приехали, мне очень нравилось, потому что, ну, нету никаких взрывов, ничего нету. Вот, у нас были тренировки каждый день, утром, вечером. Вот, мне нравилось, но я иногда уставала, вот. А так все как бы нормально было. Ну, поначалу было сложно привыкнуть к Венгрии, и, ну, сначала было тяжело. А потом мы немного освоились, начали ходить на свои тренировки, установили режим, и потом начали учиться в венгерской школе. Нам здесь очень нравится. Rá kellett jönnünk, hogy életcélra van szükség. A miért is élek, a mi dolgom a világon kérdéskör, az már egy 8 éves gyerek számára is felmerül. És hogyha próba lehetőséget adunk, hogyha kitűzzük a célokat, hogyha fellépési lehetőségként oda tesszük eléjük, hogy mit akarunk elérni, akkor a mindennapokban nem azzal foglalkoznak, hogy milyen nehéz helyzetben vannak, hanem a művészet, a művészi teljesítmény kitöltheti valamilyen szinten az életüket.